сидим, и слышишь, как сейчас размешиваю. Вот. Ну, сами видите, какие книги. Вот от отдельных. Вот эти почему они такие? Что все, они все разные. Они называются одинаково открытым оком, но они это разные. А, это разные. Тома, да? Тома. Тома. Вот, допустим, знаете, прошлые годы, ну, сказать, до перевода Библии, главное было, это первый том, было, главное это «Житие святых», это восьмой. Вот седьмой, восьмой том, это на основании «Житие святых», 1173 биографии, я отвечаю на вопросы. Из каждого жития конкретно, это вот мои стихотворения, напротив каждой строчки место писания, откуда взята мысль, ведь они необычны чем-то.